такой вот Карл. В прошлом видео я показывал настройку, но не полную. Сейчас я вам покажу, как настроить дефрост от Тайко. Смотрите. Чтобы настроить температуру отключения, удержите 2-3 секунды, выходит градус. Можете регулировать. Вот я поставлю мне на 2 его. В 2 градуса он отключится. Все, чтобы записать, еще раз сет нужно. Проверяем. Держим сет. 2 градуса. Все. Теперь мне нужен дифференциал температуры включения. Удерживаем сет больше 2-3 секунд. Выйдет уже полное минимум. Ищем здесь RD. Вот. Дифференциал 4 градуса. В 2 отключится, в 6 включится. Меня устраивает. Можно менять. Тут до десятых чисел. В общем, чтобы записать, удерживайте сет долго, и он выйдет уже из меню. Теперь градус отключения. Градус включения показал. Настроим от Тайко. Смотрите. Удерживайте долго, выходит в меню. Листайте. DI нужно найти. Да, и это часы от Тайки. Было DI. А это часы. Каждые 4 часа будет выключаться на от Тайку. Согласен, не устраивает. DT. Температура, при которой остановится от Тайка. 8 градусов. Я согласен, не устраивает это. И ДП это время разморозки. Я поставил 2, потому что он начинал у меня с атаки от контроля. Такую программу задали. Вот сейчас я поставлю ему 30 минут. Он будет оттаивать 30 минут. И записать удерживайте сет. Все. Сейчас символизирует мотор включен, вот значок мотора у меня запустился. Я сейчас его заправляю и параллельно снимаю вам видео настройку.